Здравствуйте, дорогие любимые зрители! Мне посчастливилось побывать на занятиях оздоровительной йоги с замечательным тренером, преподавателем и одновременно ведическим поваром Сергеем Чучмаевым. Утренняя йога – это то, что пробуждает наш организм. С одной стороны, упражнения позволяют расслабиться, с другой стороны, заряжают энергией на весь день. Упражнения очень простые, но уникальные. Уникальные тем, что ими может заниматься любой из нас, даже те, у кого проблемы с позвоночником, причем разной степени. Ну и, может быть, даже и другие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Начинаем с разминки. Все упражнения направлены на вытягивание суставов, на какое-то растяжение. Сначала мы начинаем с кистей рук, работаем с суставами пальцев, вытягивая как бы их, повторяя каждое движение по 6-8 раз. Затем мы будем работать с суставами пальцев на ногах, на ступнях. Попеременно. Сначала одну руку, потом вторую. Следующие упражнения у нас будут на вытяжение позвоночника в области шеи, для того, чтобы вытянуть шею, привести в порядок вот эти вот позвонки. Так, здесь вытягиваем всю шею, переднюю, заднюю, боковые поверхности и небольшие повороты на 45 градусов. Со вдохом вправо, выдох, центр, вдох, влево. Делаем маленькие вращения, небольшая амплитуда. Вот именно это делаю я, больше ничего не знаю. Причем по два раза в день. Ну вот только второй раз пришел. Ну а он такой был. Советуют не путать два разных понятия – утренняя разминка и физическая тренировка. Зарядка призвана наполнить организм энергией, поднять настроение перед насыщенными событиями днем и, прежде всего, позволит организму просто проснуться. Начинайте всегда зарядку с легкой разминки мышц и суставов. Это повысит их тонус и убережет от растяжения. Можете начать с самых простых подтягиваний, а уже почувствуете тепло в мышцах и можно приступать к основным упражнениям. Ну что ж, итак, сегодня у нас в гостях тренер по йоге Сергей Чучмаев. Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Мы что сегодня будем делать? Легкую разминку или настоящую физическую нагрузку? Или йога совмещает в себе и то, и другое? Йога совмещает и то, и другое. И сегодня мы будем с вами делать такой комплекс упражнений, который помогает проснуться телу и запустить процессы, которые
будет очищать тело. О, замечательно. Это упражнение стоя или на полу? Как подготовиться? Это будет в основном сидя и на полу. Угу. Вот, и в конце я постараюсь показать дыхательное упражнение. Его можно также делать сидя и стоя. Угу. Также помогает очищать... Все внутренние органы и системы. Ну что ж, я надеюсь, наши телезрительницы уже подготовили коврики, так что приступаем. Да. И сейчас мы начинаем. Следует сесть. Садимся с прямой спиной. Сейчас я вам покажу разминку для шеи. Если у кого-то есть проблемы с шеей, допустим, тяжело... Есть зажатости в мышцах или просто больная шея. Следует делать такую разминку. Правой рукой упираемся в шею, а левой давим в голову. При этом немного сопротивляемся головой в руке. И потом в другую сторону. Несколько раз так делаем. И затем мы сделаем еще одно упражнение. Это упражнение позволяет снять все напряжение с плеч, опять же, с шеи. И это упражнение можно делать всем людям, даже у кого остеохондроз. Ну, в общем, шея уже не двигается. Мы со вдохом поднимаем плечи и с выдохом резко их сбрасываем. Еще раз. Несколько раз так. Уходит все напряжение, мы сбрасываем его при резком выдохе. И затем на вдохе мы опускаем голову вниз. И с выдохом делаем круговое вращение. И снова вдох. И с выдохом в другую сторону. Вдох, выдох, оборот. И опять вдох. И с выдохом оборот. Такая разминка позволит вам активизировать все мышцы шеи, и она будет легкая, то есть все движения будут легкие и свободные. Затем мы сделаем так, что мы только проснулись, и надо активизировать ноги. Сейчас надо лечь, и мы остаемся на локтях. С выдохом мы подтягиваем колени к груди, и со вдохом вытягиваем ноги. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Можно ноги вытягивать дальше. Вдох, выдох. И затем усложним это положение. Беремся под коленями. И также вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. И затем мы снова садимся. Вот это положение ногами, которое мы делали, позволяет сделать отток крови от ног за ночь у нас тело. И здесь последнее, что я вам покажу, это дыхание. С выдохом мы делаем замок горлом и втягиваем живот. Полностью втягивается, когда происходит выдох. И просто глубокий вдох и глубокий выдох. Втягиваем живот и замок горлом. И на вдохе выходим. Несколько раз такого дыхания с втянутым животом и горловым замком сделает так, что ваш кишечник начнет циркулировать и работать очень активно. То есть это один из самых сильных массажей кишечника и вообще всех внутренних органов. Тем более скрутки дают еще возможность вставать всем органам на место. И еще раз. Вдох. Выдох. И выходим из этого положения. И затем несколько минут отдохнуть. Просто насладитесь своим телом, побудьте с ним наедине, и затем можно начинать уже весь день. Такая разминка поможет вам проснуться, тело все начнет активно функционировать, и вы просто выведете все токсины из своего тела. Ваше тело будет готово к началу нового дня.
Сергей, спасибо огромное. Невероятное удовольствие повторять за вами все эти замечательные упражнения. Скручивания, на самом деле, они не такие сложные. Но насколько же они эффективны, я думаю, все смогут в этом убедиться. Да. Спасибо. Очень эффективно. Спасибо, спасибо вам огромное. Приходите еще. Всегда рады вас видеть в такой жизнерадостной форме и в прекрасной физической подготовке. Спасибо. Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас был в гостях инструктор по йоге Сергей Чучмаев.